Внимание! Дворец культуры Яуза ищет таланты. 3 сентября в амфитеатре Центрального парка культуры и отдыха пройдет необычное мероприятие. Оно получило название «Музыкальный открытый микрофон». Почему? Да потому что выйти на сцену сможет любой желающий. Достаточно оформить видеозаявку через электронную почту Дворца культуры Яуза или социальные сети этого учреждения. Мы ждем творчество креативных жителей нашего округа, которые поют или играют на музыкальных инструментах, а может быть, даже являются авторами песен. Напомню, музыкальный открытый микрофон состоится 3 сентября в 19:00. Талантливым этищенцам пора предстать перед публикой.